Тем временем новосибирские дорожники готовят технику к зиме. Всего с 15 октября по 15 апреля на дорогах мегаполиса будут работать около 500 единиц снегоуборочной техники. Сейчас в городских автопарках на машинах меняют навесное оборудование. Этой зимой на проезжих частях и тротуарах должны полностью прекратить использовать песок в качестве противогололедного состава. Ему на замену пришел отсев дробленых горных пород и современные реагенты. Для работы в зимний период во всех подразделениях Департамента транспорта предназначено 478 единиц техники зимней. В настоящее время оборудовано, переоборудовано к работе в зимний период 62%. Вот. Работа переоборудования по переоборудованию техники продолжается.